Начнем выпуск с преступления, которое было раскрыто по горячим следам. В дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы обратился местный житель. Он рассказал о том, что неизвестные лица похитили его брата. Из-за освобождения мужчины требуют у него выкуп в 5 миллионов рублей. Силовики сделали все возможное, чтобы раскрыть преступление. Так, при передаче денежных средств были задержаны двое злоумышленников, а потерпевший освобожден. В совершении преступления подозреваются еще двое молодых людей. В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры по их задержанию. В ходе проведения мероприятий сотрудниками отдела полиции Улан-Удэ по Ленинскому району с участием сотрудников УУР МВД по Республике Дагестан при передаче части денежных средств был задержан один из участников данной преступной группы. В последующем было задержано второе лицо. И в настоящее время принимаются меры по установлению других лиц и их задержания.